بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أسمع لك أنت كده بقول. هلا خطب. 15 ноября на привокзальной улице состоялось открытие нового хлебного дома «Колос», который от многих других пекарней отличается ярким дизайном, как в фасадной части здания, так и изнутри. На открытии присутствовали не только родные, близкие, друзья хозяина, но и горожане, которые пришли поблагодарить предпринимателя за проявленную инициативу в украшении не только территории пекарни, но и прилегающей части дороги. От лица главы города выступил начальник торгового отдела Хасавюрта Абакар Базаев. И спасибо ему за то, что внимание, которое делает городу. Везде он помогает, везде спонсирует. Везде. Любое мероприятие, чтобы кто, Гайдар, чтобы не был, не был. Дай Аллах ему рыхли еще больше и больше. Дай Аллах, чтобы все делать. И спасибо всем рабочим, классным работникам. Так, администрация муниципального образования города Хасавюрт. Выражаем глубокую признательность и искреннюю благодарность предпринимателю Алиасхабу Гайдару Алгардарчу на активную поддержку, оказание спонсорской помощи. Желаю вам крепкого здоровья, успеха, работы в ваших добрых делах. Глава городской округ города Хасавюрта Ахмад Зайдин Назамбекович. Неотъемлемой частью уличного интерьера на территории хлебного дома стало красочно оформленное ограждение. Именно красота и аккуратность прилегающего участка придает полноценный и красивый вид любому зданию. По мнению горожан, в городе не часто встречаются подобные сооружения, а ярко оформленная ограда стала еще одним маленьким и приятным подарком для хасавюртовцев, который украшает своим видом целую улицу, радуя глаз окружающих. Хозяин хлебного дома «Колос» Гайдар Алиасхабов активно участвует в жизни города, оказывает спонсорскую помощь в организации различных мероприятий. Облагородив территорию своего здания, Гайдар Алиасхабов надеется на порядочность горожан, которые сохранят всю красоту, что украшает наш город. Продолжив, что и другие предприниматели непременно продолжат эстафету по облагораживанию территории вокруг своих зданий, тем самым способствуя процветанию Хасавюрта. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».